Всем привет! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня хочу вам показать 4 простых, но очень вкусных блюда из капусты. И первый рецепт на сегодня — это рулет с капустой и с мясом. Продукты, которые для него потребуются, вы видите у себя на экранах. Итак, приступим. Берем емкость, вбиваем в нее 5 яиц. Добавляем 200 грамм сметаны. В принципе, вы можете взять любую жирность, у меня 15%. Добавим 3 чайные ложки соли и все хорошо перемешаем. Теперь в эту смесь добавляем 100 грамм любого твердого сыра, потертого на мелкой терке, столовую ложку манки с маленькой горкой и капусту. У меня здесь 350 грамм обычной белокочанной капусты. Я порезала ее кусками и измельчу в измельчителе. Вы же это можете сделать любым удобным для вас способом. Если у вас ничего подобного нету, то можно просто ножом очень мелко порезать. Вот видите, посмотрите, она у меня получилась такая мелкая, но если будет чуть большими кусочками, то это ничего страшного. И отправляем ее сюда к общей массе. Все это нужно хорошо перемешать и оставить минут на 10, чтобы манка набухла. Далее берем противень от духовки, у меня размером 33 на 43, и устилаем пергаментной бумагой, силиконовым ковриком, либо, как у меня, тефлоновым ковриком. Но если вы берете силиконовую бумагу, тогда берите хорошего качества, потому что капустный корж вы потом просто не отодрете. Теперь это тесто еще раз хорошо перемешиваем, выкладываем на форму и равномерно распределяем прямоугольник. Все ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов, примерно минут на 15. Ну а тем временем можно приготовить начинку. Для него я взяла 550 грамм куриного фарша, 2 средние луковицы измельчила в блендере. Если у вас мясо целым куском, тогда просто мясо и лук пропустите через мясорубку. Специи в это блюдо вы можете добавлять любые, которые любите. У меня сегодня пол чайной ложки соли, пол чайной ложки приправы хмели-сунели, 3 чайные ложки сухого чеснока и немножко черного перца. Перемешиваем это все хорошо и пока отставляем в сторонку. Моя основа уже готова, слишком долго ее в духовке держать не нужно. Как только вы заметили, что у вас все хорошо схватилось и немножко подрумянилось, можно вытаскивать. И теперь оставляем ее остыть до такого состояния, чтобы можно было тронуть рукой. После этого очень аккуратно переворачиваем основу на стол и аккуратно снимаем пергаментную бумагу, либо коврик, что у вас есть. Переворачиваем таким образом, чтобы вот эта длинная сторона была к вам лицом. Берем фарш и выкладываем фарш, равномерно распределяя равномерным слоем. Специально остужать основу не нужно, вот насколько она у вас теплая, так и хорошо. У меня уже все готово. Обратите внимание, что с этой стороны я оставила примерно 1,5 сантиметра, чтобы было удобно завернуть. И теперь очень плотно сворачиваем рулетиком. Берем фольгу, перекладываем рулет и плотно заворачиваем в несколько слоев. Перекладываем форму для запекания и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно на 40-45 минут. Рулет готов. В таком виде оставляем его остыть до комнатной температуры, а затем прячем в холодильник еще на 5-6 часов. Я оставляю на ночь. Ну а уже после холодильника все это дело можно развернуть. Я сейчас разрежу и покажу вам, какой же он в середине. Вот посмотрите, какой он красивый. Такой рулет можно готовить на каждый день, либо тонко порезать и подать к любому праздничному столу. Я думаю, он понравится всем гостям. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Второй рецепт на сегодня – это очень интересный салат. Продукты, которые для него потребуются, вы видите на экранах. Итак, берем капусту, у меня вот такая небольшая головка молодой капусты на 500 грамм и тонко ее шинкуем, а зимой, когда нету молодой, можно использовать пекинскую. Сюда же полукольцами порежем 3 небольших огурца, добавим 4 отварных яйца кубиками, мелко порезанную зелень, у меня по маленькому пучку укропа, петрушки и немного зеленого лука. Теперь заправка. Для нее берем банку консервированного тунца, здесь 185 грамм, у меня в масле, но также можно взять и в собственном соку. Всю жидкость нужно слить, выкладываем в емкость, разминаем вилкой,
Добавляем 3 столовые ложки 10% сметаны с горкой, 3 столовые ложки майонеза с горкой, чайную ложку горчицы в зернах, чайную ложку соли без горки, и все это хорошо перемешиваем. По желанию, количество ингредиентов в соусе вы можете менять по своему вкусу. И теперь выливаем всю эту заправку в салат. Ну и, конечно же, все это хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать к столу. Он получается очень сытный и с очень необычным вкусом. Попробуйте! Ну а дальше покажу вам, как приготовить капустные оладьи. Продукты, которые для них потребуются, вы видите у себя на экранах. Для начала нужно поставить воду на огонь и немного подсолить. Затем берем 1 кг капусты и начинаем ее шинковать. Слишком тонко шинковать не нужно, если она у вас такая длинная получается, то просто перережьте ее пару раз, и вот такая она должна быть в итоге. Капуста порезана, к этому времени уже как раз закипела вода, и опускаем ее в кипящую воду. Снова даем закипеть и периодически перемешивая варим на небольшом огне почти до готовности. Это примерно 5-6 минут, но так как капуста везде разная, поэтому пробуйте. Сразу же после приготовления капусту откидываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и так оставляем остыть до теплого состояния. В остывшую капусту добавляем 150 мл кефира любой жирности, 3 яйца, немного зелени, можно взять свежую, либо как у меня сухой укроп. Соль и перец, конечно же, добавляем по вкусу. Я добавлю вот так 1 кофейную ложку соли и немного черного перца. И все это хорошо перемешиваем. Затем добавляем сюда чайную ложку разрыхлителя. И муку, ее нужно немного, поэтому добавляйте по 1 столовой ложке и хорошо перемешивайте. Тогда вы будете видеть, когда вам уже хватит. Вот посмотрите, вот такое тесто должно получиться. У меня сюда ушло 8 столовых ложек муки с горкой. Это примерно 200 грамм. Далее ставим сковороду на огонь, наливаем немножко растительного масла и ложкой выкладываем оладьи. Жарить их нужно на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Из того количества продуктов, что у меня было, получилось 23 штуки, и их очень вкусно подавать со сметаной. И последнее блюдо на сегодня – это постные лепешки с капустой. Продукты, которые для них потребуются, вы видите на экранах. Итак, приступим. Для начала нужно приготовить начинку. Для нее берем 1 кг квашеной капусты. И если она у вас такая очень соленая, тогда ее нужно замочить в обычной холодной воде примерно на 1 час. Теперь хорошенько ее отжимаем от лишней жидкости. Вот посмотрите, видите, сколько получилось? В этом рецепте я эту жидкость использовать не буду. И теперь берем нож и прямо в миске вот так немного порежем, чтобы она не была очень длинная. Далее ставим сковороду на огонь, наливаем в нее растительное масло, хорошо разогреваем, выкладываем сюда капусту и периодически перемешивая обжариваем до золотистого цвета. Где-то посередине, когда вы заметили, что капуста уже начала золотиться, добавляем немного черного перца, другие специи никакие добавлять не нужно. Перемешиваем и дожариваем. Вот такая капуста у вас должна получиться. Оставляем ее полностью остыть вот так под наклоном, для того, чтобы стекло лишнее масло, если оно есть. Ну а тем временем приготовим тесто. Для этого берем емкость, выливаем сюда 350 мл еле теплой воды. Добавляем сюда столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 50 мл растительного масла без запаха и все это хорошо перемешиваем. Затем сюда примерно половину всей муки, она должна быть обязательно просеянная. 9 грамм сухих дрожжей и все это хорошо перемешиваем. После этого понемногу продолжаем подсыпать муку и замешиваем мягкое приятное тесто. Сначала ложкой, затем руками. Мое тесто готово. На данный момент у меня сюда ушло 590 грамм муки. Должно получиться вот такое мягкое тесто и оно практически не липнет к рукам. Теперь я возвращаю его в емкость, накрываю крышкой, можно также затянуть пищевой пленкой и ставлю в теплое место для поднятия примерно на 1,5 часа. Ваше тесто идеально подойдет, если вот эту емкость с тестом поставить в таз с горячей водой, либо в духовку с включенной лампочкой.
Вот так хорошо у меня поднялось тесто. Теперь рабочую поверхность припыляем мукой, выкладываем тесто и понемногу подсыпаем муку, помесим примерно 3-5 минут. Теперь делаем вот такую колбаску и делим тесто на части. Величина этих частей будет зависеть от того, насколько большая лепешка вам нужна. У меня получилось 7 штук. Муку я больше использовать не буду, потому что я не люблю, когда она горит на сковороде. Я беру растительное масло, хорошо обмазываю руки. Беру кусочек теста, руками распределяю в такой круг. В середину кладу начинку. Собираю все края. Хорошо защипливаю и вот этим вот швом переворачиваю вниз. И теперь также руками аккуратно делаем круг. И вот такие небольшие лепешки у меня будут. За то время, пока я формировала лепешку, у меня уже разогрелась сковорода с растительным маслом. Опускаем ее сюда. И жарим на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. И пока жарится это, формируем следующую. Вот такая румяная она у вас должна получиться. И после того, как вы перевернули, накрываем крышкой для того, чтобы тесто хорошо прожарилось. Такие лепешки просто готовятся, можно взять любую начинку и получаются очень вкусные. Ну и конечно, посмотрите середину. Ну а я надеюсь, мое видео вам понравилось и вы попробуете что-нибудь приготовить. Ну и конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.